вспомнил вот. Сидят два сталкера на берегу озера. Один другому говорит: насчет радиации я тебе чего скажу. Гонит, как не знаю кто. Я тут уже лет 5 шарюсь безвылазно. Изменений никаких не заметил. Сам как думаешь? Да, фигня однозначно. Хотя, с другой стороны, чешуя-то в последнее время чешется все чаще. Все-таки накоплю на свой домик, чтобы речки и лес рядом, и не радиация тепла, и тварь, и сволочей разных. Thank you.